Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» поприветствовали участников спортивного праздника «Лыжня Барвихи-2021», который прошел на площадке Барвихинской средней школы. В нем приняли участие ученики начальных и старших классов. Для лыжников и гостей были подготовлены интерактивные игровые площадки, соревнования по перетягиванию каната и многое другое. Главная цель традиционного праздника – пропаганда здорового образа жизни. –